Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на электроперфоратор Микон 220 вольт, 1050 ватт, 4,5 джоуля, SDS+, в китайском AliExpress. Заходим на сайт поиск ручных электроинструментов по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 17 марта 2019 года. Мощненький такой перфоратик. Так, $59.85. И бесплатная доставка в Россию. 39 заказов. Ага, ну добро. А теперь из Китая. Товар не может быть доставлен или отправлен в Россию из Китая. Но зато отправка из России, вот такая стоимость для России, 59,85, как я уже и говорил. Но смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы, и будет ли она. Для России все понятно. Теперь Беларусь, бесплатная доставка, и он есть, для белорусов доступен. Так, теперь Казахстан. Этот продавец, курьерская служба не доставляет выбранную вами страну, регион. Вот для Казахстана это недоступно. Вообще. Так, Украина. Бесплатная доставка. Ну вот такая стоимость. С такими характеристиками. $59.85. Вы были на канале «Поиск ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.